Всем привет, друзья! И вот в ночь с 28 на 29 июня 2023 года появилась информация, что якобы Владимир Путин приехал в Республику Дагестан, где встретился, обнимался, ручкался с людьми. И вот после этого будут говорить, что на вот эти турне ездит реальный Путин. Я лично считаю, что это показатель того, как нам показывают двойника. Если даже так называемые военкоры, российские приближенные телу Путину, сидят по 7 дней на карантине, а тут непонятно кто обнимается с Путиным, руки жмет. Это получается, что все вот эти люди сидели на карантине. Я лично считаю, что все больше и больше, но уже 96% того, что используют двойников. Так вот это при Союзе использовали двойников Ласкового Мая и других артистов, когда в одно и то же время в разных точках Советского Союза были выступления Ласкового Мая. Так и сейчас вот это используют двойников Путина. Вот только посмотрите на вот это цирк. И вот это вы скажете, что это реальный Путин, который фактически даже своих приближенных людей держит на расстоянии 10 метров, садя их за стол на другой конец от себя. Я лично считаю, что это просто трэш какой-то. Вообще за дураков этих россиян держит. Это мое мнение, мнение простого человека.